Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 5 апреля, и с вами мы, ведущие программы «День веков хронограф». Я Светлана Рудская. Я Евгений Воскресенский. В этот день в мировой истории произошли следующие события. В 1242 году князь Александр Невский разбил немецких рыцарей на берегу Чудского озера. А в 1398 году немцы, в свою очередь, выбили пиратов с острова Готэм. В 1614 году в Новом Свете был заключен первый смешанный брак, положивший начало американской нации – Покахонтас. Дочь вождя индейцев вышла замуж за английского поселенца Джеймстауна. А в 1792 году Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США. В 1806 году испанцы прекратили бойкот поставок продовольствия в русские поселения Аляски. А в 1819 году в битве у Рио-Майпо они были разбиты молодой чилийской армией. В 1843 году Гонконг объявлен владением Британии. А в 1899 вышло в свет первое издание первой книги Владимира Ленина «Развитие капитализма в России». В 1918 году во Владивостоке высадились японские войска. А в 1921 в Константинополе бароном Врангелем сформирован Русский совет, объявивший себя правительством России в изгнании. И в 1942 году, в день 5 апреля, одновременно Гитлер подписал директиву, наметившую главной целью немецкого наступления кавказскую нефть. Советское командование отдало приказ о подготовке наступления на советско-германском фронте, а японские войска подвергли первой бомбардировке английскую колонию Цейлон. Сегодня 5 апреля, вы смотрите программу «День веков хронограф» и сейчас о том, чем запомнился этот день из истории веков минувших. А начнем мы с события, произошедшего 5 апреля в Древнем мире, а точнее в Древнем Риме. Ты имеешь в виду триумвиров? Именно их. В этот апрельский день 56 года до нашей эры в Луке проходит торжественная встреча триумвиров-соправителей, разделивших власть в Риме. Гая Юлия Цезаря, Марка Лициния Краса и Гнея Помпея. Но ведь к этому времени триумвират существовал уже несколько лет. Чем же знаменита именно эта встреча? Да, совместное правление началось в 60-м году до нашей эры. Да, но триумвирам было тесно рядом друг с другом. И на встрече в Луке они решили поделить провинции Римской республики между собой. Цезарю досталась Галлия. Это теперь нынешняя Франция. Помпею – Испания, а Красу – Сирия. Как тогда назывался весь Ближний Восток. Такое разделение, может быть, и помогло бы сохранить политическое равновесие. Но через 3 года Крас ввязался в войну с Парфянским царством, государственной территорией нынешнего Ирана, и был разбит при Каррах. Несмотря на то, что парфянский полководец Сурена имел вчетверо меньше войск, римская армия была уничтожена, а сам Крас убит. Римская республика – сильнейшая держава мира. Никогда до того не терпела такого поражения. И от кого? От народа, который они считали дикими варварами, просто почти кочевниками. А дальше рухнуло шаткое равновесие в Риме, и Помпей вступил в открытую борьбу с Цезарем. Тот перешел свой Рубикон, и республика на 20 лет погрузилась в пучину гражданских войн. Из них она смогла выйти, только растеряв остатки некогда демократичного управления и став империей с всевластным императором во главе. Но это совсем другая история. 5 апреля 1242 года на берегу Чудского озера произошла битва войск князя Александра Невского с полчищами Ливонского ордена, крупнейшего объединения германских рыцарей-крестоносцев. Это католическая государственная и военная организация была создана во время крестовых походов и не имела собственной суверенной территории. Именно поэтому она ставила своей целью покорение земель Балтийского побережья и дальше вглубь Руси. К 1242 году сложилась критическая ситуация. Псы-рыцари, как их называли русские, продвинулись далеко вглубь русских земель, с помощью бояр-изменников захватив Псков. Закованные в латы всадники готовились к броску на Новгород, богатейший русский город того времени. И тогда новгородцы вновь, как это уже было единожды,
призвали на княжение сына суздальского князя Ярослава Всеволодовича Александра. За 2 года до того он разбил на реке Неве превосходящие силы шведов, также шедших покорить Новгород. За эту победу Александр и получил прозвище Невский. Не испугался он и ливонских войск. Князь Александр со своей дружиной пошел освобождать от рыцарей Псковскую землю. Псков был окружен, и рыцарский гарнизон был взят в плен. Орденских наместников в оковах Александр отправил в Новгород. В бою было убито 70 знатных орденских братьев и много рядовых кнехтов. Александр решил продолжать войну на территории покоренных орденом Балтийских земель. Разведка князя выяснила, что главные силы врага двигаются напрямик к Чудскому озеру. Выйдя туда первым, Александр оказался в самом центре возможных путей движения противника на Новгород. Александр решил дать бой именно здесь и остановился на Чудском озере около урочища Узмени, у Вороньего камня. Силы противника были практически равны, но если со стороны ливонцев было много панцирной конницы и кнехтов, профессиональных солдат-пехотинцев, то основную часть русского нашего войска составляло плохо вооруженное новгородское ополчение. Поэтому Александр очень тщательно продумал план боя. На рассвете 5 апреля 1242 года рыцари построились клином или свиньей, как называли их боевой порядок новгородцы, и двинулись на русских. Александр уже выстроил новгородцев пятком, основание которого тылом было обращено к обрывистому крутому берегу озера. На флангах расположились лучшие дружины. В основании пятка выстроились пехота со своими копьями. А впереди находились лучники. Сама дружина Александра была укрыта в засаде за одним из флангов. Она, по существу, являлась главным резервом. Немецкие рыцари и их пехота были встречены тучей стрел, что заставляло фланги вражеского войска сильнее прижиматься к центру. Немцы атаковали и прорвали центр боевого порядка новгородцев. Наткнувшись на обрывистый берег озера, малоподвижные рыцари не могли продолжить маневр, так как клин своим острием уперся в непреодолимую преграду. В это же время отряды новгородцев зажали, как клещами, немецкую неповоротливую эту свинью с флангов. Александр со своей дружиной ударил с тыла. Окружение было практически завершено. Теперь копейщики стали крючьями стаскивать рыцарей с коней и уничтожать их. Немцы бросились бежать. Александр организовал преследование противника, которое велось на протяжении целых 7 километров, вплоть до противоположного Соболицкого берега. Апрельский лед подламывался под тяжелыми вооруженными рыцарями. Многие из них утонули, многие были взяты в плен. Крестоносцы потерпели полное поражение. Их потери только убитыми составили более 500 рыцарей, а прочего войска бесчисленное множество. Было пленено 50 нарочитых воевод, то есть знатных рыцарей. После этого силы Ливонского ордена были подорваны, и он уже не представлял военной угрозы для Руси. Вообще 5 апреля – день неудачный для разбойников, прикрывающих желание пограбить разного рода священными воинами. Вот так в 1250 году, во время 7-го крестового похода, крестоносцы, обессиленные жарой и тифом, оказались в египетском порту Дамьетта. Мусульмане, атаковав христиан под Мансурой, нанесли им поражение и захватили в плен французского короля Людовика Святого, возглавлявшего этот поход. После этих и других поражений разбойные нападения крестоносцев на Русь и Ближний Восток прекратились. Зато проблемы с разбоем остались в самой Европе. В XIV веке на Балтийском море вовсю грабили корабли ганзейских купцов, виталийские братья, пираты, обосновавшиеся на шведском острове Готланд. И только 5 апреля 1398 года наемным войскам германских торговых городов удалось выбить пиратов с островов, положив конец разбою на море.